нужно больше ярости. То есть в среднем получается, что в 2018 году, кто играет, у них уже практически у всех первая ката. Плюс, ну да, дембель неизбежен. Я вот сейчас ребят посмотрела. С учетом, что я штук 20 или 30 кристаллов выкинула. Да, я там еще месяца 3 играл просто так, вообще не напрягаясь практически. У меня дочка перса создавала этого. Она там на нем полмесяца играла, а потом я его прокачал. Потом еще просто так заходил иногда. Я имею в виду, что типа, кто не донил полтора. Жужик злой на меня, да? Мне угрожал, что с меня диспалить не будет. А ты хилить его после этого будешь? А я его не успею прохилить, на мне дебал будет. Тут, понимаешь, замкнутый круг. То есть он самоубийца, да? Это он хочет на зло бабушке отморозить себе уши. А что он тебе пишет в ПМ? Да, души собирали. Я хотела только стрэша, а Жужику боссов уступала. А он хотел всех мобов лутать на душе. Я стала уже в конце боссов тоже лутать. Ну нафиг. Боссов-то больше, чем стрэша. Ну как бы я хотела поделить, это было бы честно. Маны нету. Хилите, давайте. Ну, если танк хилит, пули, то у хила нет маны, как бы, ну чё. Пусть ментуется. Представь, если бы про товар мог ману заливать. Я понимаю, что милишники, они интеллектом не отличаются, у них он отсутствует от слова совсем. Но можно смотреть на синюю полосочку, и как она дойдет до конца, тогда пулить. Для этого интеллект не нужен. Синяя полосочка. Больше 50% маны не хватает, чтобы дохилить пару мобов. И милишник дальтоник, тогда да, ему простительно. Вам 50% маны не хватит? Постоянно она в ноль уходит, и ты всеми кдшками ее регенишь, ее все равно не хватает. Там тупо просто один хил падает и несколько дд, к примеру, да? И просто не отхилит получается. Там отрегенить время 10-15 секунд нужно всего лишь. Бежать дольше потом после вайпа. Это проверено давно.
Подняйте ману свою. Когда я в интеллект забиваюсь, от регени 56 команды, мне два раза... Ну, Брил, а сколько у тебя усилков? 462. 462. Кстати, еду бы хоть нормальную добавили, а то это 75-я да. Едой, 50 тысяч долго регени. Надо на форум написать. Блин, я вот сейчас бафнул, отъелся, да, бафнул, у меня 80% опять уже манны, 20%. Рыба регенит больше обычной еды, вот это со спиной. Ну, настройки не ставят. Я даже знаю, как назвать эту еду, пайка про товары. Блокадную норму, блин. Плюс в кулинарии есть рецепт, там какой-то студень. На медузу вроде какой-то есть там. Она до хрена регенит. Он также регенит, просто минуту хаваешь, не 30 секунд. А. Мне тут пишут, что у магов еда 80-го левела. Все, парадо, ты попал. Никогда кулинарию не качал, никогда бинты и всякую вот эту алхимию там и все остальное прочее. Раньше просто инку просил, а теперь еще и отбитать. Булочи, да. А ты ему в наглую, в трейд свой постоянно, если не дает, в течение боя прям ему раз, обмен такая. Пока не даст, предлагаем. Пока на хутор не пошлет, да? Явка проснулся. Вскочил, и что давай делать? Голову. Казум, жену Энн. Делорус. Что? Ждут бонус на ВГП. Чем занимаетесь? Я трэшбёртый. РЧ было подтверждено. Не знаю, в чем дело. Чем? В рекаунте не вижу. Просьба. Ну, блять, нехуй убивать под контролем, потом алики убивают, опять багается, ты релогаешься, у тебя игра зависает, и ты только вот сейчас заходишь в игру. Знаешь? Научитесь сдавать свои контроли вовремя или не пиздить в МК. Во всем виноват Редвар! Все, точка. Эликс долго ждал этого момента, блядь. Ты смотри, скоро пойдешь ты сам. Ставьте шкаф, сумоньте все. А вообще, этот колодец света, он агрит боссов, ну или игроков этих? Мне кажется, как-то прям случилось. Если я сейчас скину под него, они побегут, да? Ну попробуй, но мне кажется, как-то темой. Давайте это, когда танки будут готовы, я испробую, просто никогда не пробовал. Сагрит, не сагрит. Да про товар тут нечко. Танки готовы, нет? Чё, девка, не тыкается райт-клик, да, по порталу? Ну давайте сами тогда смоните. Ебать. Побежали. Я буду как-то тем. Все, беги, веди к колодцу и там танчи возле него. Он тебя будет еще и хилить. И ну, а так можно было бы поставить под босса, настакать его кольцом. А, я в подчинении. Спасибо. Хоть похилилась чуть напоследок. А кто убил тебя? Не знаю. Вайпаться может спокойно, аликов там нет на входе. Кстати, короче, Дива. Они испугались и ушли. Я только прилетел, они сразу улетели. Они тебя на подлете, наверное, еще засекли. Ну, видели про товар. Ноги свесил с орла, блин. Со шпорами. Щитом пригрозил им.
Как в том фильме. Хорошо, если щитом, блин. Может, чем-нибудь махал летел. Что-то людей все меньше и меньше становится. Ты в целом про гильдию? Нет. ФК, мертвые, дохлые, кто не бьет. Уже раз, два, три, четыре, пять, шесть человек минус. У людей большое желание в ОПК. Пофаниться на трэше, посливать друг друга, потянуть время, чтобы это закончилось пораньше, да? Некоторые только для этого идут туда. Воронка есть. Ты самое главное забыл про воронки сказать, вот. Понятия. Кто не бил, тот не ролит. Да они не нужны никому уже, эти вороны. Говорю, это то же самое, Утя. Скоро это... будет это, шмот Солара. Утя, это то же самое, кто не хилил, тот не ролит. Ну я имею в виду, да, кто присутствовал вообще в убийстве. Да, и кто не танчил, тоже не ролит. Кто не про товар, там вообще, вообще пиздец. Остановите меня. Там он Леша с умом просто. Там мысли что, манна кончается. Не, давно перед и перед следующим паком это. Тормозните. Все равно. Мне боль почему-то. Все, нету боя. Мне боль. Не, ну можешь пулить там, три хила с манной. Может они не ФК? А чё бы они не сделали колодец вот такой, только с маной? Вообще бы нормально было, да? Блять, чтоб ещё он хилил и манну, и ХП по всему. Не-не-не, другой колодец. Чтобы ещё агро держал и дамажил. А, может ещё машинку вам дать? Чтобы губы закатывающие, в принципе, нормально. Не, есть такая. Лучше палочку волшебную. Не объешься только. Нелли, да не, нет! Миша! Машинки хватит! Мало, Миша. Вот стол, сами набираете. 80 всегда беру. Знаете, сколько он мне дал булочек? Сколько? Ровно одну штучку. Ни в чем себе не отказывают на диете. Блять, ну почему ты этот паровоз поставил? Зачем? Видишь, он как о тебе забыл. Кто поставил? Потратил Редвар. Время, чтобы разделить вот этот батон. Редвар поставил. Приходится отходить к стене огня, чтобы не слышать это. Сейчас Мозер. Так, короче. По народ танк будет палат. Тилы пятая группа. Мы без утилёг будем. Почему? В рейде. Ну я имею в виду его ШВшка. Лёг, 2 ДЦ? Его ШВшка должна быть. 2 ДЦ будет, Лёг. Сейчас подумаю. Что с гречи? Ну знаете, как называется, короче, смена шмота? Вот, вот, вот то, что я сейчас... Охуеть, ты... что за спек. Речь говорил, что... Угу. Нет, ничего не говорил. Смотрите, одинаково регенит по цифрам. И что за спек? Ну, посмотри. Я там мышмот и спек. А чё критического нету? Какого есть? Критический блок.
А, да зачем? Я же не танчу. Блять, надо бы. Зачем? Не надо. В том-то и дело. Зашел. Там надо как больше, как можно больше ДПС внести и сейв. Ты не внесешь ДПС. Лага что-то говорил? Ты ж 5 дал. Тоже ничего не писал. Зря ты такой спик сделал, конечно. Не достаю. Слишком далеко. Че, по поводу сотки-то? А, как дом так и снимет, ну. Так что я доволен. Че-то Вага зашел в рейд и пропал. Где он? Может интернет, всяко бывает. Так, кстати, я релогнус, а випка кончилась. Я это уже часа 3 назад сделал, а не пришла. А чё, Диси нету? Ну, он обычно предупреждает, если вот так вот какие-то дела. Уверена, это интернет. Чего он мастера уж дает? Не ставьте этот паровоз, ебут. Можно Сантей зашел. Самое слабое звено это Нерикс. У нас нет смысла от их мастер аура. Ты у меня мастер аура, и у кого-то мастер аур качан. Ты поменял? Да. Лишним-то точно не будет. Так что мы сегодня с одним ДЦ получается и без нурблета? Две ШВшки плюс ДЦ купол. Сегодня идем через ШВшки. Купол ДЦ не должен. Элбрил, холики, сила бездна. Без купола ДЦ. Без две ШВ. Получается 4 мобов контролем. 4. Их пускай сливают. Три лока плюс Мозер, твоя трапа. Если Мозера сорвется, моб пойдет боссу. Женуэн с тебя. Не корни, а этот, как он называется, вихрь. Или откинешь. Ваханала ОКХМ стрим. Пока что. Сейчас резко прибавились просмотры. Где кого, чувак? Написали да. Мне, что оба канала стримили. А, Миша ж танком стал, то есть. Он как-то в Illusion на Discord заходил. Блин, надо попробовать улучшенное отражение заклинания вообще. Может оно перо, блять, обратно в босса. Да-да, блять. Это же не направленное заклинание. Что, хотя, прикинь, его? Лужа такая под боссом разольется. Кто там в гильдии есть, кто может пойти? Сантей. Напиши Сантей. Не предупреждает и утра и буду. А чё, есть минуток 5, Лёх? Да, 5 минут есть. Утя, я тебе советую переделать спек в нормального полноценного танка.
И... Ему не надо. Ему надо точно? Ару Свар, который будет давать 10 ДПС, но при этом 4. И, блядь, и ну, танковский ДД в стойке давать просто. Смотри, ну не 10, конечно, если все сокеты поменяют на РПБ поставить. Ах, подожди, 50. подожди, вы не понимаете. Вот если он будет в армсе, то КД на ШВ будет символом даже 3 минуты. Это считай купол. Там, короче, гибридный билд. Там мало. А толку от твоего билда вообще нету никакого. Армсат. Смотри, я могу чисто взять, короче, глухую оборону, остальное все в армс вкинуть и типа стоять, пытаться. Ну ты понимаешь, что для... Это 22 таланта всего, защиту кинуть, остальное все в армс. И символ брать. Ну символ, да. Кстати, давай разбегу. Я хуй знает, умная эта идея или нет. Что это даст? Надо попробовать. Ну вот смотри. Издали портал. У нас громолог. Руги нету. Рада здесь? Я что-то хуй знает про такую хуйню. Ставь портал. Рада, пускай здесь. Чё? Бля, ладно, да? Камнем. Просто... Что дать? На присутствие. Портал. А, вроде. В громовой, ну, сука, ты закастовал. В громовой, спасибо. Понимаешь, просто... Вот эта вот хуйня, типа, спек половину туда, половину туда, это параша вообще полная. То есть ни того не будет. Да, блять, мне танчить вообще в принципе не нужно ничего. Мне ну, просто да, тупо надо ШВ отдать и все. Тупо дать ШВ и все. Так хотя бы вот реально 1010 давай. Короче, по поводу это, второй фон. Попробуй. На второй фазе точка, в которую надо будет сбегаться, сейчас поставлю. Хилы стоят между первой и второй платформой. Точка, которая будет сбегаться примерно к краю. Ну, чуть подальше. Дальше. Хилы стоят между первой и второй платформой и хилят танк. Это. Матиола. Матиола. Не, Элбрил. Ты станешь, короче, между третьей и четвертой платформой. Будешь нас двоих хилить с коватом. Ковать на четвертую, я станешь примерно. Блин, вот один, я его вряд ли удержу двоих. Там держать не надо. Будет. Нас не пробивает почти. Там возле меня поставишь этого, это колодец и пойдешь хилить ковать. Дальше. Вот первая точка. Когда первого моба убиваем, идем бить второго. Второго точно такая же точка, только с другой стороны, ну, то есть, с той стороны, как к направлению к третьему. И так далее. Вот, конец платформы заканчивается. Хилам, чтобы было проще. Дальше, когда идем бить второго, хилы. Вы тоже перебегаете, становитесь между второй и третьей платформой. То есть между второй и третьей платформой стали. Дальше это хилите. На первой платформе тогда будет у нас Void. На второй платформе будет Монород. Дальше, смотри, по поводу Void. Void, когда этот сменишься, стаки все обнулятся. Все стаки обнулятся и на танках, и на самих мелких.
Вот, в связи с тем, чтобы наляться стаки, пойдешь заберешь монород и будешь танчить второго. Монород при этом пойдет заберет у меня третьего и будет танчить. Если на Кавате стаков не будет и там все нормально будет, я смещусь в рейд. Очередность шевышек. Первая моя, вторая ути. Итак, первый, второй, первый, второй, правильно? Да, и так до конца. Через шелешки плюс прохил. Кто плюс будет диспелить на второй фазе? Что еще раз? На второй фазе? Кто будет диспелить, да. Женуэн. Клонбон, наверное. Женуэн и Монород. Ну, Клонбон еще есть. У нас два друида, которые могут. У нас маги могут это делать. То есть где-то стак собрать с хила, они могут на себя. Чтобы хилы хилили. После первого феникса лучше пускай он этот монород диспелит, а кладболн или же, наверное, уже будет бить спокойно. Да, в принципе, можно и так замутить. То есть первого феникса убили, монород быстро подиспелил всех. Все зашибись. Типа кладболн пускай дамажит. Тогда лучше монорота поставить на первого феникса, чтобы он после того, как убьет феникса, сразу на диспол перешел. Дальше смотрите, порядок действий. Порядок действий на это, наверху, на второй фазе. Сначала дается гер, бьем, блять, мелкого феникса. Идет анонс каста. Появляются лужи, отбежали. Дальше получается этот. Идет второй каст, появились лужи, отбежали. Потом сбежались в точку, дали шевешку, прохиливаем, взрываем мобов. Три лока баны раздают, плюс там ханк может по одному контроль дать. Салат. Печеньку сбегаемся. Я ж поставил метку на краю. Видишь, что стоит на первой платформе. Вот. Вбиваемся туда. Ну там не совсем на край, но это примерно территорию, где все будут сбиваться, показал. А вот может, давно так... в Асгарде? Вот. Дальше, смотрите. По поводу следующего нюанса. Короче, убиваем. Идет каст второй, взрываем мобов. Дальше добиваем. И, короче, при этом будут уже, когда мы будем добивать, появятся снова мобы. Появились снова мобы, подбежали ко второму фениксу, дали шивы дефы, взорвали мобов, три моба законтролили, там потом дойдут. Главное, чтобы вот эти, блядь, там мобы будут немножко дольше идти, так что смотрите, когда дать вовремя шивы. Когда мобы будут подходить, только тогда шивы, а не наперед. Дальше, следующий нюанс. Убиваем второго, на втором тоже будет два взрыва. То есть на каждом фениксе будет по два взрыва мобов. То есть на первом фениксе два взрыва, на втором фениксе два взрыва, на третьем два взрыва и на четвертом по два взрыва будет. То есть надо это запомнить. Плюс смотреть. Основная херня еще заключается в том, чтобы, блядь, когда идет каст Феникса, крик Феникса, получается, когда этот мелкий кастует крик Феникса, блять, отворачивайтесь все от него. Потому что там будет или дизарм, или фир, блять, или всякая херня непонятная, которая нам нахер не нужна. Причем она дается намного по времени. Поэтому просто отвернулись, в каст прошел, отвернулись, потом дальше развернулись и дальше бьете. Естественно, по поводу миликов, блядь, лужи выносить. От мелкого феникса все лужи выносить. Потому что если, не дай бог, появятся эти, блядь, мелкие все под боссом, будет печально. Плюс милики, когда вы выносите лужи, вы немножко между собой рейндж набираете. Чтобы урон по вам не... Ну, то есть, если на 4 миликов кинется эта херотень, то, блядь, придет урон большой. Если вы немножко на ренже будете друг от друга стоять, то есть урон зацепит там двух человек, допустим, а не четырех.
То есть телам будет легче хилить. Основная обязанность, блядь, это три бана, плюс там ловушка ханта и звездопад, не отдавай жену Н. Не сбивайте контроль. У асгардов ДБМ автоматически ставит на феникса метку в зависимости от того, какой он крик юзает. Да это пофиг вообще. Какая разница, любой крик, любая это, надо все равно отворачиваться. Когда стартуем? Кого-то ждем? Рыбу. Рыбу поставил. Ваши дефы, кстати, как? По 2 минуты там КД, да? Есть время сходить чай сделать моим полем? Ай, раскол, и он нас так вот. Хотя ты воет вроде танк, да? Так, ладно, я все здесь. Даю проверку и поеду. Первый коват, второй я. Войтер. Можно в одну группу танков? Или это невозможно? Лёх, метку поставь на землю. Саппорт все выпили. Вы просто под босса, смещайся с саппортами. Сдавак. Чё, Ник? А чё у нас 24? Ваха, офф. Нет. Можно вон взять кого-нибудь. Сантея? Там тут нет. Он вышел. А, котёнок. Элбрил готов? Элбрил. Да, я тут. Еще раз. Все, по. Даю. Не будет по готовности. Ты нам. Коват. Отдаем мастера вместе с этим. Жар. Ты с, да, ты с, короче, первая. Так. Ты первая, да, шляхта. Так. Что там по Гере? Мозер, Жужин, Торт, Сапров. Ой, я же нажимала. Чё, я забираю.
либо прохилять, либо подойти. Ты даешь. Два контроля? Серьезно? Блоки, где баны? А можно вот узнать, вот кто вот этих законтролил и кто не контролил? Че вы? Ну, как вы так играете? Да ну видишь, Долорус живой, контроль стоит. Ну я умер, но мой контроль все равно стоит. Казум, Долорус, вот только два вижу и все. Блять, как так-то, ребята? И трап! Да, я тебе говорил, надо брать нормального лока, блять, Санте какого-нибудь, или не этого. Долбоёба? Гриб, где контроль? Может, они в одного дают? Если бы он давал в этого же, он... Там был один моб в трапе и в изгнании локовском. Бес. Ну определитесь, пускай там гриб с хантом с правой стороны, а два других лока с левой стороны контроля. Нет, Мозер, трап кидай с другой стороны этим мобам. Да без разницы, но один лок нет, с Мозером. Нет, без разницы, вчера говорили, с какой стороны кидать. Короче, это... с левой стороны. Короче, вот как босс стоит, как на босса смотреть, с правой стороны локи контролят, с левой хан. Локи до последнего банни. Ставлю рыбу. Мне тоже контролить? Нет. Если гриб контролит, то кстати, я этого не увижу. Гриб, не увижу контроль. Блять, я не знаю, я буду начинать. Так, короче, контроль. Реально, блять, я не пришел сюда страдать хуйней как-то это. Дайте еще раз ум. Дайте сум. Поставьте шкаф и дайте сум. Почему я был на пуле, я просто опять побежал, символ не поменял. Алёш, подай патрон. Я просто говорю, кого нет нутра, я хоп, ХМ ходит на визе. Сразу. Будьте готов. Или... Секунд. Да, все. Все, все готовы. Лицо. Тортик, поставь вперед тотемы поглубже туда, на землю, на стекло. Спасибо. Все, пуляй, не? Да, поехали.
оставь. Заберешь. Бегайтесь уже. Лёха, ауру забери. Сейчас. Служи буду. Раз. Забрать его. Забрал. Ой, да хит. Могу забрать. Забирай. Забрал. Фаст. Нулевая реакция. Дайте еще. Захил, захил, захил. Пускайте. Каз будет, потом лучше. Не надо пока. Слышит. Хуя вы сделали. Нахуя вы отпустили? Блять, ну Локи, ну реально, блять, это пиздец. Отпускать нужно, когда только на фул у всех будет. Вынесите все фреймы, скажите. Фреймы просто вынесите, блядь. Смотрите, когда вам отпускать. Там может остались 4 моба было. Надо 2, может, отпускать, а потом остальные 2. Так а нахуя сразу все отпускают? Надо, блядь, после каста отпускать вообще. Ну, значит, после надо сказать, пламени. Кто первые 2 отпускает, кто вторые 2. Допустим, Делоруск на зум первые 2 отпускают, а потом остальные, и все. Так отпускать они... может любой лок, любой бан. Может один лок, блядь, все баны. Я тебе говорю о порядке, об очередности, а не о том, что любой. Вот так скажешь, отпускайте 2 моба. А кто отпускает, отпустит все 4. Нужно ники сказать. Делоруск на зум первые 2 отпускают, остальные отпускают после них. Все, что так сложно понять? Надо адмиралу сказать, чтобы он надо. В Локи, кто он, если может говорить, вы можете озвучить, кто будет отпускать первый? Я же сейчас как только бы, что я думаю, сказал. Что не успеет все контролировать и по всяким нюансам. Надо адмиралу сказать, чтобы он в ДБМ прописал, чтобы на адов вешались метки. Очень удобно было бы это. Адмирал уже много чего должен был сделать. В итоге нихуя не сделано. На форуме больше всех. Ну, сырыска, да. Я знаю, так просто рез. Лёха, ты полтос под нот сакру отдавал только что? Да нет, не просадила, да. 50, когда я максат отдал. Там же это 40% от твоего хп только и все. Дальше уже массака перестает, да, действовать. То есть чем меньше тебя. Там не просадило даже 100. Максимум 20%. Рыба стоит. Фаза, привыкай к второй фазе. Вот так, блять, будет вторая фаза. Вот именно так. И как бы, блядь, сразу то, что на первой, то будет толку, блядь, водить его по кругу, если процент ведем, как бы, я даже уверен. Но просто первая фаза, блядь, это зеркало второй фазы. Если на первой фазе, второй тем. На второй еще сложнее немножко будет из-за фиров. Рика, Феник.
Ух, ё-моё. Давайте, блядь, с этого трая убьём. Кого 25-го добраться? Народ. Там доступа. Еще раз привет. Слобик. Слобик, жена. Че, дайте кулак по ханта. Блять, у вас кулак этот перебьется, блять, криком. А крик не на хп? Три вар. Пускай они кричат. Лобик повис вроде. Наверное, здесь. И похоже, это его аспект действует. Это с лобика аспект. Ну, завис. Вместе бегать. Он завис. Лобик в Дискорде. Вроде не видно его в Диси. Не, ну когда так бегает, значит вылетел интернет или еще что-то. Он исчез. В Дискорде он. А вот он, вот он. Разлагал ему что-то. Еще раз дай.